Картина «Два бойца» снималась в 1942 году в Ташкенте. Композитор Никита Богословский утверждает, что мелодия «Темной ночи» родилась на одном дыхании. Но всю ночь пришлось биться над тем, как исполнить песню. Пока Марк Бернес не уловил то единственное и неповторимое звучание. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Вскоре «Темную ночь» записали в студии граммофонных пластинок. А когда стали испытывать пластинку, на всех экземплярах слышался какой-то посторонний хрип. Матрица была испорчена. Женщина-техник залила ее слезами. Меня ждешь, и у детской кроватки